трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Региональное управление ГИБДД информирует: 3270 водителей, не имеющих права управления или лишенных его, сотрудники госавтоинспекции задержали на дорогах Кировской области с января по август нынешнего года. Ответственность за эти нарушения довольно серьезная. Лишенники, если они были трезвы, наказываются штрафом 30 тысяч рублей, либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами на срок от 100 до 200 часов. Если прав, как говорят, никогда не было, шоферу полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Трасса 101. В российских школах будут организованы ежедневные минутки безопасности. О такой форме изучения правил дорожного движения сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников. По его словам, дополнительные уроки по ПДД ребятам будет принять сложно, а вот минутки – самое то. Также Черников анонсировал появление мобильного приложения для информирования органов о водителях и пешеходах-нарушителях. Трасса 101. С помощью мобильного приложения в будущем можно будет и приобрести полис ОСАГО. «За рулем» сообщает, что страховые компании работают над его созданием. Однако радоваться этому преждевременно. По мнению специалистов, продавцы автогражданки будут незаметно подсовывать пользователям смартфонов дополнительное страхование, например, жизни. Доказать навязывание услуги в этом случае будет практически невозможно. В продолжении темы автострахования. Российский союз автостраховщиков признал, что приобрести ОСАГО через интернет зачастую невозможно. Система зависает якобы из-за того, что, во-первых, к ней постепенно подключались новые компании, то есть нагрузка росла, во-вторых, было внедрено натуральное возмещение ущерба, и, в-третьих, потому что прямое возмещение убытков распространили на аварии с участием двух и более авто. В общем, теперь, по словам страховщиков, многое нужно дорабатывать, что потребуется. Будет немало денег и времени. Трасса 101. Главу Республики Удмуртия Александра Бричалова оштрафовали на 500 рублей за переход дороги в неположенном месте. Как пояснил сам руководитель региона, шел на работу, решил пересечь проезжую часть в 30 метров от перехода. Далее подоспели сотрудники ГИБДД. Они готовы были простить на первый раз, но я отказался. «Теперь знаю, сколько штраф», – подытожил Бричалов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.